С начала года прошло только 4,5 месяца. И, как утверждает Елена Амельянюк, начальник отдела ЗАГС, прогнозы делать еще рано. Но основные тенденции по административным процедурам выделить можно. 2016 год – високосный. И так как пенчане относятся серьезно к созданию семьи и соблюдают народные традиции, то и некоторые из них стараются по возможности отложить регистрацию брака. Но, несмотря на это, количественные показатели работников отдела ЗАГС пока радуют. Год мы начали хорошо, по итогам первого квартала у нас даже было увеличение количества регистрации браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но сейчас прошел вот уже пост, апрель, вот май начался, пока количество немножко меньше вот по сравнению с 2015 годом. Более 230 пар уже зарегистрировали свои отношения в этом году. Более 300 подали заявление. Воспользовались услугой предварительной записи на бракосочетание пока только 200 пар. Я думаю, что за вот этот летний период, за осенний период, когда действительно начинается вот такой вот свадебный сезон, я думаю, что количество браков тоже будет достаточное. Возможно, не 1100, как уже последние наши 10 лет, но я думаю, что это будет достаточно свадебный год, в принципе, что и характерно для Пинска, потому что пинчане отдают предпочтение все-таки законному браку. Услугой предварительной записи пинчане начали пользоваться активнее. Молодожены стараются продумать все заранее, установить дату бракосочетания и заниматься организацией свадьбы. Для работников отдела ЗАГС эта услуга помогла убрать длинные очереди желающих занять определенную дату для торжества, а самые популярные дни уже расписаны. Самые востребованные дни вот в этом году, как мы уже видим и по предварительной записи, и по поданным заявлениям, это первое число июня. Вот. Это первое число августа, но поверьте, время у нас есть. У нас есть время, которое мы можем предложить тем, кто еще не подал заявление или предварительно не записался. Середина февраля услуги отдела ЗАГС подорожали, но незначительно. Например, стоимость регистрации брака в пятницу или субботу в основном зале – 240 тысяч белорусских рублей. Что касается статистики расторжения браков, то в прошлом году разводов было меньше, чем в 2014. За 4 прошедших месяца тенденция пока сохраняется на уровне 2015. В этом году уже составлено более 700 актов регистрации рождения. В этом заметна положительная динамика. Причем количество появления на свет третьих и четвертых деток в семье возросло вдвойне.